Привет-привет, друзья! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня в этом видео мы разберем одну очень красивую и замечательную мелодию. Это мелодия из мюзикла La La Land, песня City of Stars. Как обычно, мелодия будет адаптирована, упрощена, но в то же время она не потеряет своей красоты, своей прелести. Поэтому, ребят, кто хотел сыграть что-то такое джазовое, то вот, пожалуйста, вот эта мелодия как раз может стать одной из первых, на которых вы можете попрактиковаться и изучить что-то необычное. Для моих подписчиков на канале Boosty, а также в платной подписке будут доступны многие интересные фишечки, многие интересные дополнения, о них я расскажу чуть позже. Ну и внизу под видео я, как обычно, оставлю ссылочку на ноты, где вы можете их скачать. Итак, давайте сначала я сыграю всю мелодию, и мы приступим с вами к разбору. Итак, давайте приступим к разбору. Первое, с чего я хочу начать, это давайте обратим внимание на знаки при ключах. Мы видим, что у нас один знак си бемоль. Это значит, что на протяжении всего произведения вместо ноты си, всех нот си, мы будем играть пониженную ноту, черную клавишу си бемоль. И помимо этого нам встретятся другие какие-то встречные знаки, действие которых будет распространяться до конца такта. Итак, давайте сначала рассмотрим вступление. И если мы присмотримся внимательно, то мы видим, что у нас во вступлении будет играть одна левая рука. Ну и далее, если мы просмотрим все такты, то мы видим, что у нас все такты абсолютно одинаковые. Для того, чтобы нам сыграть вступление, нам нужно разобрать первый такт и далее просто проиграть его 4 раза. И главное тут запомнить аппликатуру, то есть пальцы, какими именно вы будете играть. Пятым пальцем мы нажимаем ноту соль, третьим пальцем нажимаем ноту си бемоль, ре вторым, соль. То есть мы поднимаемся по лестнице. И сразу же обращаем внимание, что у нас в заголовке указан ритм исполнения мелодии свинг. Что это значит? Это значит, что мы будем исполнять мелодию не в тех длительностях, которые указаны, а будем играть следующим образом. Длинная нота, короткая, длинная нота, короткая. Но так как у нас нота соль четвертная, будет более длинной. Таким образом, эти 4 ноты мы будем проигрывать в следующем ритме. И прямо вот так тренируемся. Забрались на горку и далее спускаемся с нее, нажимаем соль первым пальцем, фа вторым, ре третьим. И давайте соединим вверх по лестнице, вверх на горку и вниз. Помимо простого нажатия пальцами клавиш, мы помогаемся кистью. То есть, когда мы поднимаемся вверх, мы помогаем кистью и ведем кистью вправо. Затем поднимаем руку, можно небольшое поднятие руки, и
Сверху нажимаем соль, фа, ре. И вот это движение мы должны отработать прямо до автомата. Поэтому прям вот огромное количество раз прорабатываем эту мелодию, прорабатываем этот ритмический рисунок. Для моих подписчиков на канале Boosty у меня будет специальная аудиодорожка. Вы прямо ее включаете, зацикливаете и играете параллельно с этой дорожкой. Она вам поможет отработать ритмически рисунок этой мелодии. После того, как у вас получится сыграть эту мелодию, мы поднимаем руку и пятым пальцем, то есть вот с третьего пальца, пятым пальцем нажимаем ноту соль и проигрываем то же самое. То есть мы должны сыграть два раза, подняли и проигрываем то же самое. И вот эта вот пауза между ре и началом нового кусочка должна быть минимальная. Должны отработать таким образом, чтобы у нас вот эта игра была одинаковая по ритму. И прямо на соль у нас получается сильная доля. Теперь давайте вернемся к нашему вступлению. Во вступлении этот кусочек мы должны проиграть 4 раза. Давайте его я сейчас сыграю. Отлично. Итак, переходим к разбору первой части. В первой части давайте сначала разберем левую руку. Мы поделим ее на два кусочка. Первый кусочек у нас проигрывает то же самое, что мы учили. Соль, си бемоль, ре, соль, соль, фа, ре. То есть поднялись на горку, спустились с нее. И далее, смотрите, мы после ре играем до пятым пальцем, ми, соль, до, пятый, третий, второй, первый. И давайте покажу по рисунку. Рисунок точно такой же. И все. И мы остались наверху, вниз мы уже не спускаемся. И отрабатываем. После того, как мы это отработали, мы соединяем кусочек соль, си, бемоль, ре, соль уже с до. Давайте покажу в медленном темпе. И также проигрываем большое количество раз. После того, как мы выучили левую руку, давайте добавим правую руку. Правая рука у нас будет играть следующее. Пятым пальцем мы играем соль, вторым ля, третьим си бемоль, ре. Давайте сыграю. А ритм точно такой же. То есть мы также поднимаемся вверх, но у нас уже шаг будет такой узенький, маленький. У нас все рядом находится. А левая рука поднимается тоже наверх, но уже более широким шагом. Давайте теперь соединяем. Правая рука у нас проигрывает 4 ноты. И все эти 4 ноты мы играем параллельно с левой рукой. Давайте покажу в медленном темпе. Давайте еще раз. И после того, как мы нажали ре, левая рука спускается вниз и доигрывает 3 ноты. Давайте покажу сначала. Отлично. И после этого левая рука играет. Так, давайте соединим. И
вот на соль мы остановимся, потому что тут у нас вступит правая рука. Правая рука будет играть следующий отрывок, следующую мелодию. Третьим пальцем мы играем ми, четвертым фа, ре, вторым ми, до первым, ре, ля первым. То есть у нас получаются такие качели. И прямо так тренируемся. То есть первая нота длинная, вторая короткая. Опять длинная, короткая, длинная, короткая. Отлично. И теперь давайте соединим с левой рукой. Левая рука у нас начала подниматься вверх с ноты до, проигрывая две ноты. И вот тот момент, когда мы нажимаем ноту соль, у нас левая рука играет ми, фа. Затем левая рука останавливается, а правая рука доигрывает свои качели. Давайте сыграю сначала в медленном темпе. И чуть побыстрее. Отлично. Теперь давайте соединим первый кусочек и второй. И далее нам что осталось в этой части? Подключить левую руку. Левая рука у нас играет ре пятым, фа третьим, ля вторым, ре. То есть поднимаемся, тот же самый рисунок. Поднялись на горку и спускаемся. Ре, до, ля. Давайте сыграю сначала. И повторяем еще раз. Отлично. Теперь давайте все сыграем с самого начала вместе. И теперь чуть побыстрее. На канале Boosty тоже будет дорожка этой части, поэтому вы ее включаете и просто играете параллельно со мной. И из практики это действительно очень-очень помогает нарастить скорость, помогает собрать все вместе. Теперь давайте переходим ко второй части. Во второй части, на самом деле, она у нас во многом дублирует то, что мы разучили в предыдущей части. Первые два такта, они абсолютно точно такие же. То есть давайте я сыграю, вы можете откатиться назад к началу разбора первой части. И если что, их разобрать там, я уже не буду показывать так подробно. Давайте я просто проиграю в медленном темпе. И вот в тот момент, когда мы нажимаем ноту ля, в левой руке у нас уже идут изменения. А левая рука у нас уже играет не ре, фа, ля, ре, а спускаемся ниже, вот мы закончили. Фа, ля, до, фа, фа, ми, до. То есть рисунок ритмически точно такой же. Далее, смотрите, мы повторяем то же самое, фа, ля, до, фа. Только остаемся наверху, вниз уже мы не спускаемся. Давайте сыграю с нотой ля. Теперь давайте я сыграю всю вторую часть с самого начала.